Давай сюда. Ну давай. Че, потом мост займем и покемпим, да? Куда там основная часть летит? А, так, вот у нас тут есть еще один чувак. Ты видишь, где они? Они все справа, вижу одного. Так, ну у нас Тима тут получается. Два чувака. Вот, он улетает за катером. Ну и все. Нет, не за катером. Надо быстро брать оружие в большом. Давай, иди в левый дома, я вправо. Я его побил кулаками немного. Но у него есть пистолет. У меня тоже. А у меня нифига нету. Он ко мне бежит, вижу их. У меня УЗИха есть. Он подымает его, блять, идет. Где он? На улице там за домом. За твоим большим, но у него пистик. У меня оружия нет, блять, уже. Патроны кончились. Один в нокдауне, блять, я без оружия. Прячься пока, ищи оружие, пока и даю. Сука, нет патронов, блять. У меня дым есть. Нашел кольт. Он у меня здесь в здании. Один с дробовиком. Блять, с дробовиком. Я ничего не сделаю с дробовиком. Еще кто-то едет. У тебя оружие-то есть, чувак? У меня УЗИха. Хорошо. Выгубил. Где? В доме? Ну, у меня 20 патронов осталось, да. Я не знаю, где тут может быть второй. Это первый? Да. А где рюкзак, алё? У него рюкзака не было. А как он столько унес? Не знаю. Кто там, блядь, стекла бьет, походу, вот в этом домике. Патронов нет, блядь. У него дробовик? Там на земле, где-то, по-моему, валялось. Один стак. Дай пройти. Блядь, ну как это, блин, у него вот эмка, блин. Я дробовик возьму. Возьми. Я на правах убитого тогда. А что, рюкзака у него не было, что ли? Ну, походу, не было. Я ж его не лутал вообще, ты же видел. Ну, аптечку возьму себе. У тебя кольт, да? В нем же там лежит 45. Мне хватает, у меня рюкзака нет, мне во что. По-моему, по мне кто-то валил. По-моему, в этом здании, где мы сейчас бегаем. Компенсатор Сайга. Он тут явно где-то, блин, закемпил. Да, он здесь топает. На втором этаже, что ли? Похоже. Чё, залетаем, может, к нему?
Ха-ха, красота. О, рюкзак. Глушитель. Так, это спина. Я возьму на пистолет. 72, ну ладно, возьми. Твоя жертва, ты и забирай, как говорится, да? И тем более у меня ничего не было. Красиво я так ворвался, хуяк, первый раз. Но. Видимо, не попал или попал, я не знаю. Такой растерялся, слышь, он сначала по мне лупил, а я так за укрытием, типа, мансил перед ним. Вот он зассал. Едет кто-то. Да, на 75 на баде едет. А проезжает мимо. Да, мимо проехали. Все, ладно, можно спокойно лутать, я думаю. 7,62. Ну, у меня М-ка, у меня 9-миллиметровая УЗИ мне. Не особо надо. Пошли другие лутать. Так, а здесь, ну, здесь лутано уже. Я, короче, знаешь, вместе прыгиваю, он такой не думает. Я забегаю ему за спину, зажимаю его в угол, начинаю кулаками его месить. Тут броник, слышь, подожди, я его себе... Блядь. Кто здесь портфель? У меня есть портфель. Бля. А у меня вообще портфель третьего уровня. А второго не было? Я там нашел как-то вот этого чувака убил. И там лежал, он не успел его залутать. Красный коллиматор, тебе нужен один? У меня есть. У меня есть один. Опять едет кто-то? Или нет? Вроде не. Я шлем второй нашел, иди сюда возьми. В этом здании, где я сейчас. Вот здесь прям. А, это здание я пропустил, когда тебя бегал. Вот, вот слева там лежит. Магазин быстрого доступа, не такой же. А, ложа на микро-УЗИ здесь. Надо ложа? Ну. Я себе СКС нашел, кстати, и стенка нужна. Давай. Так, СПС 7.62. Вот, забираем ку. А там слева. На патроны. Патроны я 7.62 себе взял. Ну это можешь патроны? Выложить. 5.56, где патроны? 5.56, она, я вот. Вот они, под землей здесь, слышь, возьми. Я забыл их выложить. А у тебя же есть, видишь, прицел, да, один? Можно дать, да, мне один на СКС? Коллиматор. У меня голограф есть, если надо. Нет, СКС уже ладно. Голограф нужен? Да я больше коллиматоры как-то люблю. Ну, на дальней дистанции стрелять. Все, я думаю, нам тут, в принципе, нехуй делать, но мы еще, блядь, тем более не в хугу. Угу, давай, куда идем? Туда идем. К кругу. Убирай оружие пока. Подожди, обустанусь. Это ж меня надамажило. Ну я красиво его с беретой вырубил одного. Как там, на X, да? Да, на X. Вот если пробегаешь мимо, никогда не пробегай мимо. Вон, коллиматор лежит один. Аптечка, у меня есть бинты. Что там? Глушитель нашел? Перчатки. А, пошли. Вон еще один такой стоит. Ну, ты знаешь, может быть от третьего лица, может и интересней. Интересней. Тачки запоминай, я тебя буду учить. Ты меня будешь учить? Да, я говорю, ну, Азан, тачки спаунятся у дороги. Автоматически. А здесь тоже прицел, личный магазин быстрого доступа. На тебя на УЗИ повешу. Голограф у меня есть. Да, можешь голограф реально взять? Аниматор один оставить? Нет, возьму два, ладно. Потом пусть решу. Будет голограф, алё. Кстати, тут дома есть. Чё там, чекни. Блин, нас круг так-то догоняет, нам бежать надо. Надо мне куда... А там двери открыты в этих домах, они уже залутаны. Нету смысла, короче. Бля, подожди, слышь, здесь кто-то есть, а здесь баги стоит. Давай быстренько пиздим баги.
и уебываем. Давай. Давай, садись на водительское место. Все, попиздовали со шифтом, со шифтом. Лошары, блядь. Ну, кого-то реально, походу, сейчас тачку спиздили. Колеса нет, сука. Блин, ну это... Стреляю. А я, кстати, люблю так тачки пиздить иногда. Еще блин, ты в зону обстрела едешь, давай объезжай. Там слева УАЗ стоял. Блять, УАЗ слева едет. Ебать, они догоняют нас. Сзади так были. Да, я вижу. Твари, блять, да скоро топливо кончится. Есть пока можешь, а там мы потом устроим на них засаду, кучу чего. А, по тебе попали, да? Нет, это я еще когда бегаю. Едут, едут, твари! Пытаюсь ехать ровно, давай. Я попал по кому-то. Ага. Блин, тут на самом деле очень сложно попасть. Да-да-да, я знаю. Нет, куда ты едешь? На твою метку, вот, блин. Сюда, левее сворачивай. Ху, сместился. Ну туда езжай. Опять зона обстрела, тварь. Объедем. Бля, ну классная погода будет. Ты бы там в голове попал, там, в один. Там кровище пошло. Ты знаешь, это я походу по нему как-то рандомно попал. Потому что там прицел вообще. И они начали сами убегать. Ну, вообще-то нет. Да, они отъезжать начали. Сейчас хиляться будут. Ну, пусть хиляются, они нас все равно потеряли уже. Так, ну здесь вроде не лутано. Ебать, я нашел 8x. Сейчас на СКС повешу. О. Ну там, конечно, УАЗ был, мне понравился. Жилет первый нужен? У меня второй. Аптечка. Если доступа. Еще одна аптечка. О, вот это пойдет со мной. Юнг. Голограф, граната осколочная. Ты что-то едет. Блять, тут открыто. Это те на УАЗе. Все, я жду, у меня есть идеальная позиция. Но я так уже... Да. Они походу проехали. Увидели нашу машину, подумали, ну нахуй. Борзые такие. Я сейчас, кстати, 3 аптеки нашел из стены. Бля, у меня 5 аптечек. Давайте я скину 2. Сейчас я тебе забегу туда вовнутрь. На... Так. Давайте 2. Все, здесь аптечка. Что ты делаешь? Тренируешься? А, все, я понял, как в окно прыгать, блин, реально при... Просто, да? Не на шифте надо это делать. Это просто нужно W нажать и вперед, и C.
ебать, я еще одну аптечку нашел и второй броник. Тебе второй броник нужен? Конечно. Ну так он здесь, вот где я. Так, ладно, надо подумать, куда бы нам пойти. Или подождать. Сюда можно пойти, здесь недалеко, можно в баде скинуть. Или, нет, ты можешь подъехать, короче, а я побегу туда пока пешком. Надо бы тачку новую найти, если бы у вас был, конечно. Может, эти чуваки вообще подумали, что мы эти парни, как баги с пробитым колесом. Типа лолики такие. Слышь, подожди, здесь двери открыты. Если бы я был кемпером, где бы я спрятался? Да, открыто все. Не, здесь явно так повыносили уже все. Ну. Но... чем мне еще нравится играть от третьего лица? Так, здесь второй рюкзак. Сайга. То, что ты больше видишь, как ты знаешь. Вот так можно на скорости и пробежать. Здесь М-ка? А, ну М-ка у тебя есть. Бусты, сайгу, бусты нужны? Тихо. Ну пусть будет, да. У меня нету. Я тебе еще могу аптечку одну подарить. Не надо. У меня 4 аптечки, блядь. У меня 3. Ну ладно. Убедим. О, второй рюкзак. Ну я же тебе говорил. Ну чё, смещаемся? Угу. Сейчас. А мы как раз кругу, лол. Может, в самый центр махнем? Гадко этот? Или а не он надо? Может он может сместиться. Ладно, тогда давай, знаешь что, пока круг не сместился, мы займем здесь самую выгодную точку. Давай вернемся там, где мы были сейчас. Давай, я машину спрятал. А, туда, обратно? Да, потому что там есть двухэтажное здание и проще кемпить. А, там, по-моему, на Сайгу даже что-то было. Не, ну тут, конечно же, мы возле края круга. Это не есть хорошо, блин. Ну, блин, надо подумать. Тачку я спрятал, если что, возьмем. Угу. Не знаю, ну вот это здание. Здесь, да? Угу. Любое двухэтажное здание, и на первых этажах лучше закрывать двери, чтобы не портить первое впечатление людям. Но. Вот здесь 9-миллиметровки. Хотя их на самом деле... На Сайгу ничего нет. А-а. Сука. А ты здесь не был, да? Был я в этом. Ну, на Сайгу... Нет, чокбол, по-моему, не подходит. Не подходит. Ебать, я вижу другой конец карты с этим прицелом. Да? Ну. А я закемпил. За коробками. Че, когда приедешь? Да пока не еду. Ждем следующего круга, пока здесь. Да, я думаю, что к нам кто-то может приехать вполне. Да стопудово, здесь такая более-менее хорошая зона. Тут где? Зона, во-первых, кончается, и можно залутаться. Угу. А тачек не видно, я спрятал ту в кустах там.
Не шелести особо. О, бежит чувак на 15. Они там с кем-то перестреливаются. Могу в спину ёбнуть. Вот этого. Нельзя 8 лиц сделать. Блять, он за деревом спрятался. Едет кто-то. Убил. Понял, КМБ 8X. Ага, слева приехали. Не, они едут. Ждем, ждем. Ебать, тут, короче, начинается. Гроза у кого-то. Типа, едет кто-то, да, мимо. Это ты стреляешь? Ага. По тем чувакам, это, походу, те из ВАЗа. Ну я там попал вроде? Не, не попал. Это что, мансить начали? Ну, тачку ему повредил. Уже хорошо. Надеюсь, им весело. Блин. Вот так и знал, что это в эту гадку надо идти, короче, пошли отсюда. Нехер тут ловить. На нашей ралли поедем, да? Ну а на чем? Ну да. Нужно побыстрее позицию занять. Или столько я бустанусь, наверное. Тем минимально. Кстати, я кого-то убил, он, получается, был с кем-то. То есть, ну, товарищ его. Товарищ его один, короче, остался. Села пассажирская. Control, ты помнишь как? Ну да. Это видишь, я почитал, как надо. А может не в гадку, куда-нибудь здесь высадимся и пойдем туда пешком? Я вообще левее куда-нибудь поехал, потому что... Поехали направо, там холм. Метку поставил? Угу. Может в эти домики давай? А, не, они закрыты. Все, хорош, вот здесь вот давай. Не, в домике тебе не имеет смысла. Пошли, знаешь, какие? Вот в эти. В красные? Ага. Они и в кругу, знаешь, и... Знаешь, что в этой игре обещают ранги, как перевести? Ранги? Угу. Ну как там... в контре, звание. Угу. Типа соревновательный режим будет. Так что игра развиваться будет, там дроп, да? Угу. Я посмотрел, мало ли, там видно, может быть, просто стрелить. Забегаем и сидим в этих зданиях, пока стоит для дела. Конечно же хуёво, что не... Опять еще одна аптечка. Короче, я тебе сейчас один трюк покажу. Вот самая имбовая позиция, чтобы кемпить от третьего лица. Вот как я вот сижу, вот так вот смотришь. Это уже очень много людей забирал. Блин, мне надо закрыть штору. Зашторь штору. О, лол, я могу соседнее здание просматривать очень хорошо. В одном из них дверей. Просматривай, стрельба справа от меня. Куда? Ну, кстати, в кругу. Стрельба на НЕ. Они еще за кругом стреляются. Какая стреляется, это их сексуальная драма. А нет, в кругу, они в центре. Ну, тут понимаешь, ну как уже как повезет. Ты сидишь там, где, да, я тебе сказал? Да, так, блин, к нам никогда круг не сужался, я офигею просто. Ну, мне сужался, да, вот.
Сейчас они там друг друга перемесят, главное, и все. Мы, может, вообще, мы вообще можем на одного остаться. Того. Который на УАЗике закемпил где-нибудь. Не шелести только. Я более тарелку принял. На контроле ходи. Я сейчас на контроле сижу в то здание, понял. Я имею в виду на контроле перешагивай. Вот так. Ну все равно, в принципе, слышно. СКС. Вырубает. У меня весов, блин, мало. Не, мне кажется, сейчас все пацаны по зданиям сидят. Никто не выбежит. Когда там зона будет сужаться? Вот, скоро. О, пошла. А у тебя дробовик есть или УЗИ, да? У меня ЮМП и СКС. А, ну чтобы отбиться от того, кто ко мне придет. Ну я в случае чего ЮМП возьму. Потому что я ЮМП... чекаю окно пока что, как ты говоришь. Ты чекай тот проход, потому что он единственный. Я проход и чекаю, ну, за стенкой стал, чтобы мне не спалили. Я даже дверь себе закрою. Угу. Бля. Что, нас заблокировали? Побежали. Зона говно. Блять, ну через чистое поле не хочешь? Давай по краешку. Давай. Короче, плавно к этому зданию перемещаемся и через него поползем к кругу. Ты, блядь, прицел свой используй, там месиво в здании. Ага. Стреляют, блять. По тебе попали? По мне стреляют сзади откуда-то или слева. Попал, да. Я бустанусь. У меня такое чувство, что с Энки по мне стреляли с нашей позиции. Я в маленький дом. Я в маленький дом забегу, постанусь. Гранату кинуть? У меня нет. Да, кинь туда гранату к ним. Я пока аптечку использую. Побежали отсюда нахуй. Эти лохи там сидят. Все, падаем тут в кусты, блядь. Падаем и лечимся. Мне лечиться надо. Тачка едет. Поползли к кругу. Мне бустануться надо. Там камень есть хороший. А, блядь, круг, сука. Тут в кустах хорошо держаться. Блядь, жалко, гранат нету, а. Все, сейчас ляжем в худи и просто ждем. Не открываем огонь первыми. Справа дача проехала куда-то. Я ее вижу. Дача, она вот, вот здесь вот стоит. Вот, я вижу одного. Он возле дачи. Все, ждем, пока они замесятся. Ползем пока ближе к кругу. Это не наши разборки. Ага, вижу, вижу. То есть осталось четверо, имею в виду. Угу.
Бля, гранат нет. Вон, я вижу, где он один. По полю ползет. Слева, справа? Да, но... Вот чуть... Не, подожди, вот здесь вот где-то. Он в кусте сейчас, наверное, вот в этом. Вот, я его вижу. А удачи есть кто-то? Походу нет. Я да, я вырубил его. Ползаю отсюда. Блять, давай к кругу ползти. Я в кругу. Убил, да? Да. Нахули ему. Я в кругу. А, лечись, осталось сколько? Трое? Пятеро. Ну это он мы. Здесь, он здесь! Блять, Паша! Убей его! Он все еще там же, стреляй прямо он! Правее! Уползает направо! Блять, ну там, за этим кустом ебаным! Чуть левее, чуть левее! Он за третьим кустом получил. Вот встал, встал! Все, тебе надо к кругу ползти. Блять, он умный, сука, быстренько перебежал туда. Может, я тоже перебежать туда налево куда-нибудь? Блять, сейчас тебя дамажить начнет. Беги со всех ног нахуй. Бляха, сука. Вот это, знаешь, самое сложное, вот когда они вот так вот сидят тут. 225, и да. Сука, круг начинает быстро сужаться, и чтоб побольше времени он перебежал. Что там выиграет, кто интересно? Не знаю. Два левца. А. И не закончилась игра? А, да. Все, закончилось. А, двое остались. Сколько у тебя убийств? У меня три. Одно. У нас номер 4. 330 очков дали. Ну нормально, приятно все равно каточка была. Почти. На четвертом месте мы. Ну почему зона все. Я все время играю, зона не сужается. Понимаешь, в чем проблема? Это мы удачно тут.